Авария произошла около 8 часов утра на улице Крахмалева. 65-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу возле первого лицея. 48-летний водитель «Жигулей» ехал от улицы Советской в сторону Бежецкой. Почему мужчина не остановился возле пешеходного перехода, теперь предстоит выяснять полиции. Сам же водитель говорит, что просто не заметил женщину. Ехал я отсюда, туда, в эту сторону. Брат закричал, что пешеход. Я поглядел пешеход, с правой стороны никого не увидел. А с левой и не заметил. По тормозам, когда уже увидел столкновение. А скорость какая у вас была? Вот 50-60 где-то, может быть. Где-то так. Ну, то есть просто не заметили, да, пешеход? Не заметили. И сразу остановились. Вызвали скорую помощь. Как показала экспертиза, в крови водителя алкоголь не обнаружен. От полученных травм в результате наезда женщина погибла на месте происшествия. Елена Смирнова при содействии пресс-службы УГИБДД. События. Брянск.